Чай из 40-метрового самовара и более 2000 блинов по традиционным рецептам испекут в последний день Масленицы. Попробовать их можно будет бесплатно на площади Куйбышева. Там с 12 часов гостей ждут увлекательные конкурсы. Традиционные народные забавы, музыкальная программа с участием дуэта «Баян Микс» и детского театра «Задумка». Также на площади мастер-классы старинных русских ремесел. Впервые выступят циркачи, а для самых маленьких организуют кукольные спектакли. Литературная площадка такая небольшая будет работать, но она тоже впервые в этом году на Масленице. Это представлено тематическое устное народное творчество, сказания о Масленице, конкурс декламации, стихи самарских авторов о народном празднике Масленицы. И также будет организован большой праздничный хоровод. Впервые мы покажем выставку самоваров. Ну, самовар как символ такого нашего русского гостеприимства, доброты, щедрости. На выставке можно будет познакомиться с коллекцией самоваров, пройдет конкурс на оригинальную фотографию с праздника, символ уходящей зимы, чучело Масленицы сжечь не будут. Таковы требования противопожарной безопасности. Яркую праздничную программу обещают не только на площади Куйбышева, но и в самых отдаленных районах мегаполиса.